Премьер-министр Армении Никол Пашинян просит поддержки у своих зарубежных покровителей в связи с ситуацией на дороге Лачин-Ханкенди. На первом в этом году заседании правительства Армении премьер-министр, оставаясь верным своим традициям, обвинил Россию. Обратившись к своим покровителям в Совете безопасности ООН, Пашинян призвал их не оставаться равнодушными к происходящим в регионе событиям. Также предусмотрено создание комиссии под руководством вице-премьера Тиграна Хачатряна.